Смотрите, друзья, в Камышине есть красивые дореволюционные здания. А вот смотрите, какой классный водосток идет. Да, друзья, не знал, что Камышин на серпантинах расположен. Ха-ха. Друзья, кто-то из зрителей спрашивал, что сейчас на первом этаже этой девятиэтажки. Вот показываю, что сейчас здесь. Некрасова 27.
новый дом. Я был, там такие классные панорамные окна и вид на Волгу. У меня знакомая там живет. Я приезжал ей, к ней на Оладье. Ну все, друзья, достроили наконец-таки дом бедолагам. Все, больше снимать его не буду. Ну что, бедолаги, вы здесь тоже живете, смотрите, вот у вас рядом маяк. Тоже достопримечательность камышинская. Привет! Здорово! Я с Вони гавкой. Друзья, я так устал чернуху снимать в своих роликах. Не так хочется снять вам что-то хорошее. Но мой канал правдивый, честный. Поэтому уж обессудьте. Вы должны сдать и обратную сторону медали города Камышино. Вот в этом здании раньше госпиталь располагался. Сейчас я не знаю, что здесь. Ну, многое помещение пустует. Вот она, эта табличка. Вот видите, Камышин на серпантинах весь. Я же не шутил вам. А может и шутил. Я сам не знаю, когда я шучу, когда я не шучу. Вот пока проходим возле профтехучилища города Камышино, хочу вам рассказать немножко про камышинский менталитет. Знаете, я много где был, много с кем общался, там у меня много друзей, сослуживцев, однокурсников. Ну, сидим там за столе, общаемся, вспоминаем молодость, юность, кто где работал, кто где учился. А вот мне удалось немножко пожить в Камышине, ну, тоже были застолья здесь. И вот у камыша такой, не я с ним сидел, не я с ним там работал, учился, он говорит, я с ним сидел. У них водка главное, я с ним сидел. И когда вот гулял, вот последний ролик, который про Камышин я снимал, я вот когда гулял возле общежитий ХБК, там вот дети 8-9 лет меня передразнивают. Я вот смотрю на них и думаю, да, вам уже билет на зону заказан. Ничего хорошего от вас в этой жизни не жди. Вот, друзья, гостиница Дмитриевская. Самое благовидное здание в этом районе. Здесь, наверное, камеры стоят по периметру. Охранник меня снимает. Ну, снимай, и я тебя тоже буду снимать. Здесь довольно-таки неплохо. Так что приезжайте, отдыхающие. Но только главное, чтобы окна были в сторону Волги, а не на сторону разрушенного клуба. Не на сторону разрушенного клуба «Строитель». Друзья, я вам снимал уже этот клуб. Ну, снимем еще раз то, что не доснял.
детское творчество. Здесь был кинотеатр, наверное, да? Я не был здесь, друзья, ни разу, поэтому не знаю, что здесь было. Может быть, еще один актовый зал. Дома по улице Фабричная. Жду не дождусь, когда же уже эти здания начнут утеплять. Сколько можно над людьми издеваться? Хотя нормальное капитальное здание, да отремонтируйте его, да отдайте бездоленным. Что у нас, богатых людей нету, что ли? Прям Россия поделилась на сословия. Как походишь там, посмотришь, это где таунхаус там, и где с другой стороны Волги, там прям такие дворцы. У вас уже столько денег, вы все равно уже эти деньги даже не успеете потратить. А потратьте их не то что с умом, а с милосердием. Жизнь так коротка, даже не успеете моргнуть. 10 лет проходит, как один миг. Знаете, основная беда, друзья, людей в том, что мы всего боимся на свете, как смертные, и всего жаждем на свете, как бессмертные. Это главная площадь Молодежки. Молодежка — это микрорайон города Камышино, здесь улица Молодежная проходит. Еще, по-моему, называют 12-й квартал. Ну, раньше не было улиц, когда поселок Тектичков появился, строили кварталами. Поэтому и до сих пор кварталы сохранились. Потом уже появились улицы. Ну, по старинке называют эти районы кварталами. Вот, друзья, мне вот эта пиктограмма нравится в Центральном парке Тексичечка в городе Камышине. Вот я хочу, чтобы эта эмблема вообще стала спортивной. Спортивная эмблема города Камышина. Не зря же Тексичек играл в футбольный клуб высшей лиги и 2 матча даже провел в Кубке УЕФА. Это вот скейт-парк в парке Тексичков. Ну, слабенький скейт-парк. Thank you.
Вот, смотрите, какой скейт-парк в Нефтеюганске. А хотя эти города по населению примерно одинаковые. Единственное, Нефтеюганск — это город на севере Западной Сибири. И город, где в основном живут нефтяники и газовики. Он, кстати, является еще и городом-донором. Еще и помогает другим городам, субсидированным. Надеюсь, Камышин еще не субсидированный. Ха-ха.